Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. Я получила заказ по нашему 17-му каталогу. Хочу сделать на него обзор, и кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Начну я с очень хорошей акции, которая у нас была в том каталоге. Это вот таких три крема из серии Renovage, дневной, ночной и крем вокруг глаз. Шел этот набор по очень выгодной цене, 1000 рублей за три крема, и минус мой максимальный кэшбэк получил 740 рублей. Что я хочу сказать про эти крема? Дневной крем, он стимулирует выработку естественного коллагена, уменьшает глубину морщинок и содержит минеральную пудру, которая визуально заполняет морщинки и разглаживает вашу кожу. Очень хороший крем. Крем ночной, это мой самый любимый. Он имеет шикарную текстуру. У него приятный аромат, от которого я просто без ума. Я знаю, что этот аромат нравится не всем, но мне он очень-очень нравится. И когда его наносишь, ты испытываешь какое-то просто удовольствие от того, какая текстура этого крема, какой аромат и как он ложится. Я от него в восторге и заказываю я вот этот ночной крем постоянно. Он мой любимчик. Он борется с потерей коллагена, заполняет морщинки, разглаживает, питает. Очень хороший крем. Кто еще не пробовал, я советую его попробовать. И крем вокруг глаз. Из этой же серии для века, подтягивающий, удерживает влагу в коже и тем самым разглаживает. Кожа вокруг глаз, она у вас более напитанная такая. Крем наносится на него потом очень хорошо, когда вы делаете макияж. Крем мне очень-очень нравится. И следующее, что я вам хочу показать. Вот такое предложение. Два аромата по специальной цене 999 рублей каждый, если вы берете два аромата. Я взяла аромат by Valentina Yudashkin Gold, так как у меня уже такой аромат есть. И мне хочется, я знаю, как он пахнет, как он мне безумно нравится. И я его решила купить на подарок. И следующий аромат, вот такой мужской by Valentina Yudashkin, тоже шикарный аромат, и, наверное, это самый лучший аромат в коллекции моего мужа, который у него есть. Мне очень нравится. От того, как выглядит этот флакон, до того, какой в нем аромат. Просто шикарный. Создан аромат by Valentina Yudashkin Gold мэтром мировой парфюмерии Морисом Русселем. И это цветочно-древесный аромат. А аромат мужской создан парфюмером Бертраном де Шафором. Это аромат древесно-пряный, с морским таким аккордом, очень приятный и, как я уже сказала, очень любимый мною лично. Мне нравится, как он раскрывается. Следующее, что я вам хочу показать, это была новиночка. Вот такой крем-гель для душа. И крем-мыло для рук из серии «Карамельная груша». Я все пытаюсь понять, чем он пахнет, честно скажу. И я не знаю, кроме того, что для меня это аромат какого-то дюшеса, больше я, к сожалению, к своему ничего там не слышу в этом аромате. Но вот как он пахнет, мне нравится. Ну, что-то такое гурманское, вкусное, но не более того. Но вообще, ну, посмотрим, ну, конечно, ну, не знаю, вот на мой вкус, ну, абсолютно такой, даже не пойму, нет никакого вкуса десерта какого-то, а именно вот отдушка груши, дюшеса своего рода, и все, больше я там ничего не слышу, ну, может быть, это мне так кажется. И еще я вам хочу показать, была вот такая новиночка у нас вышла, это детское мыло пусковое, вот таким вот мишкой. Вот так выглядит этот мишка. Это идет мыло с экстрактом ромашки и чистотела. Здесь в кусочке всего 60 грамм. Он содержит много натуральных эфирных масел, которые успокаивают кожу ребенка. Вот такой вот мыльце. Следующее, что я вам хочу показать, это взяла я два вот таких пузыречка. Концентрат пищевой прессованный. Опять у меня, как всегда, упало. Концентрат пищевой прессованный, заряд энергии. И здесь 60 порций. Я беру всегда два. Почему? Потому что на месяц одного пузырька не хватает. Ну, во-первых, здесь надо принимать его
по 3 таблеточки в день, это значит утром, днем и вечером. В ночное время принимать нельзя его, так как вы можете просто не уснуть. Но я не экспериментировала, я просто в ночное время его не принимаю. Но заряд энергии я от него действительно ощущаю, нет такой усталости по вечерам, когда приходишь с работы и не знаешь, куда себя деть. Это действительно так. Он содержит экстракт гуарана и кофеин. Экстракт гуарана содержит кофеина в 5 раз больше, чем в самом кофе, не вызывает учащенного сердцебиения. Ягоды гуарана действуют еще и тем, что они мягко воздействуют на организм и усваиваются очень медленно и не вызывают перевозбуждения. Но вот то, что выброс энергии такой и устраняет усталость, это действительно факт. Нам не проверено, как говорится, поэтому вот заказала второй раз. Мне очень-очень понравилось. Но повторюсь, что на месяц одного пузырька не хватает. Если так посчитать, то это где-то два пузыречка, ну, дней на 40 выходит, если их покупать, вот, если принимать их по 3 таблетки в день, как рекомендуется. Выглядят они вот таким образом. Здесь вот такие таблеточки обычные. И надо запивать их стаканом воды. Вот такой вот препарат. Следующее я вам хочу показать. Это профилактическая зубная паста от зубного камня и налета. Вот такая обычная паста. Я эту серию очень люблю, из серии Эксперт Фарма. Пасты я их покупаю постоянно. И вот эта паста хороша тем, что она очищает хорошо, снижает скорость образования налета и блокирует появление зубного налета на эмали и препятствует образованию зубного камня. Очень хорошая паста. Я советую к ней присмотреться. Действительно, ощущение того, что на зубах долго не появляется налет в течение дня, действительно факт. Следующее я вам хочу показать, это гигиенические прокладочки, вот такие, которые я беру периодически, но решила вам показать в этом обзоре. Они идут в защитном, в таком, каждая прокладочка в таком защитном футлярчике отдельно, как бы, вот такой вот. И их здесь в упаковке находится 20 штук. Если этот футлярчик раскрыть, вот так хорошо открывается, то смотрите, здесь находится анионовый чип, и обладает он антибактериальным и дезинфицирующим средством. Вот такие вот прокладки мне очень нравятся, и, как я уже сказала, покупаю я их периодически. Имеют эти прокладки легкий аромат зеленого чая, и у них мягкий такой верхний слой, очень хорошие. Следующее я вам хочу показать, это вот такой освежитель воздуха, который мне вложили в подарок. Я до этого покупала, когда он вышел только новинка. Мне очень понравился, это аромат имбирный пряник. Действительно классный аромат для помещений, создает ощущение праздника, пахнет какой-то корицей, такими специями восточными и пряником. Очень-очень мне нравится. И вот когда его вложили в подарок, в заказ, я была довольна, потому что ароматом действительно мне понравился. Следующее вам хочу показать, это вот такую свечку. Приходит она в такой коробочке. Белая свеча. Сейчас я ее распакую и вам покажу. Вот так она завернута, завязана на бантик. И вот такая красивая свечка. Рисунок у нее немножечко выпукла, и она вся в таких вот блесточках. Блесточки эти, конечно, остаются на руках. Свечка очень красивая, белая, торжественная, праздничная, новогодняя. Мне нравится. Я прямо от нее осталась в полном восторге. И такая прям достаточно тяжелая. Хочу показать вам вот такую силиконовую лопатку. Я ее взяла, чтобы подарить, потому что у меня такая лопаточка уже есть, и я ее, ну, прям полюбила, как говорится. Она очень плотная. Я не люблю лопатки силиконовые, которые
хлипкие, вот возьмешь их, и они все вот так вот гнутся в разные стороны. Нет, мне такие лопатки совершенно не нравятся. Эта же лопатка очень-очень плотная, и ей хорошо, помимо того, что она, как говорится, очень не царапает поверхность сковородки антипригарной вашей, мне нравится, что когда ты ей переворачиваешь что-то, ничего с нее не сваливается, когда она провисает под действием тяжелой котлеты или еще чего-то такого, за счет того, что вот видите, какая у нее плотность. Замечательная лопатка, ну здесь вот идет крючочек такой, на который можно подвесить, и логотипчик Дом Фаберлик. Хорошая лопатка, и по размеру она идет 27 на 5,5 и на 1,5 сантиметра, и в составе нейлон и силикон. Вот такая вот лопатка. Как я уже сказала, мне она очень и очень нравится за счет того, что она жесткая и такая не совсем хлипкая вот в этой части. И хочу вам показать пудру. Пудра матирующая «Путь к совершенству». Тон темно-бежевый. Это у меня заказала моя подружка. Имеет эта пудра очень шелковистую текстуру и равномерно и мягко наносится, и делает кожу бархатистой. Ну, хочу вам почему ее показать, но не нравится мне ее упаковка. Ну, посмотрите. Во-первых, в косметичке это неудобно. Я не знаю, для чего вот такая нужна была форма. Даже вот в сумке положить ее занимает очень много места, громоздкая. Я считаю, что это самая неудачная упаковка у Фаберлик. Не понимаю, зачем она такая нужна. Вот объясните мне, пожалуйста, для чего? Ведь столько лишнего. Ну вот, космический корабль, как говорится. Вот, как-то совсем мне это не нравится. Ну, а так, сама по себе пудра просто замечательная. В компании Фаберлик пудра все достойного качества. Мне нравится. Следующее, что я хочу показать, это вот такой контурный карандаш ультрамодерн для губ. Классный карандаш, тон у него красивый, трогательный пион. Вот так он смотрится на руке, очень красивый оттеночек, хорошо наносится, долго держится. И даже можно таким оттенком заштриховать все губы, получится вот такой красивый оттенок на губах. Карандаши достойного качества, если кто-то ищет для себя карандашик для губ такого естественного цвета, то присмотритесь вот к такому оттеночку, очень-очень красивый. Ну все, мои дорогие зрители, это был весь мой заказ по 17-му каталогу. Надеюсь, я вам была полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет зарегистрироваться, ссылочка для регистрации под видео. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь и покупайте для себя продукцию Фаберлик, которая очень достойного качества. С вами была Надежда. Всего вам доброго!